Какой скилл? На фотографа. Да? Давай еще раз. Я хочу, короче, мне только что пришла идея написать, типа, видос, реакция на трату, блядь, денег. Цены нету, блюда мне с тобой не похожи. Делаем не одно и то же. Сегодня день пения. Чтоб ты знала. Вообще, сегодня же день игры в Майнкрафт. Точно. О, этот скин. Милый. Я как бы тоже собиралась потратить денежки, так что. Милый, да. Да. Рука, лицо, я не могу. Что ты не можешь? Это сколько денег потратила? Ну, чуть меньше, чем на казуху. А на казуху сколько? Ой, Сусенька, привет. Суса, привет. Yeah. Тебя пригласить? Ешь, что? Налево, ты дурак. Стеша. Что? Стеша. Ну что за дурак? Что? Че, Суса, как сегодня там уловы? Я только ранги. Ну это вообще уже край. Как что, так что может? Такое? Как так может? Что? Мне что-то. Ну, глаз тебе что-то попало, я вижу. Да я смотрю. Я вижу, потом что-то красное. Да я тоже посмотрю. Что там красное? У меня болезнь какая-то, болячка? Да походу. Ой, батончик, приветик. Ты ешь там? Нет. Так, все, я захожу в Дантитеринскую 5. Матам! Матам! Ура, ура, ура! Тешенька, полечи, пожалуйста. Вы с какой стороны бежите? Хуй знает, не блядь. Дома. Бегу, наверное, если забегу. Сука. Не беру проспектора. Суса. Он плохо на меня влияет. Ты становишься сука или что? Зачем? Зачем, Суса, блядь? Это спектр. Все, отстань, я не хочу с тобой ходить. Пошла ты в жопу. Туда и. Там и Суса. Конечно. Кого же еще? Пипец, Суса, вот это у тебя френды. Подвал, что ли? Да, да. Пошла ты отсюда. Да я потом анимацию портала сбила. Да ты не анимацию, ты портал сбил. Батон, вот ты не видишь изменения вам как в личности? Понегрели волосы у тебя, понимаешь? Ну, тебя ничего не смущает, да? Нет, ничего. Ну, вообще ничего не смущает. Ничего не смущает. Ты хочешь сказать, что... Ты хочешь, чтобы я тебя похвалила за то, что купила себе скин на луку, да? Почему на луку? Почему похвалила? Да. Он. Да не, просто все зашли с такими, типа... Ты чё, блядь? Ну скин, блядь. Потом сама влила столько бабла сюда. Что это ещё уже не удивляет. Ой, грустно. Сейчас прикол бы достала пациента, я там бы еще один скинула. Такая, а сейчас ты не хочешь ничего сказать?